Здорово, соучастники! На связи Кальмар Липкие Щупальцы. Судя по предыдущему ролику и комментариям, вам не особо-то и понравились мои шуточки, поэтому в этом ролике все будет абсолютно серьезно. Геймпад. Приобрел себе недавно новенький геймпад от фирмы DEXP в самом DNS. Я прекрасно знаю, что DNS-овские девайсы не отличаются качеством, и много кто об этом прекрасно знает. Почему же я выбрал именно его? Мне была важна эргономика геймпада, чтобы его можно было держать в руках часами и ничего не мешало. Казалось бы, что может быть в геймпаде такого, что может мешать игре? Как вы знаете, все познается в сравнении: брат, сестра, отец, мать, бог и кракен. Поэтому сравнивать мы будем этот геймпад с моим предыдущим геймпадом Rhythmix. Первое, что бросается в глаза, так это их цена. Rhythmix, DEXP. И что самое интересное, так это тот факт, что цена и качество этих девайсов абсолютно прямо пропорциональны. Rhythmix — это мой первый геймпад, который я купил для игры в Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Но помимо того, что эту игру крайне хреново перенесли на ПК, так еще и оказалось, что геймпад не поддерживается. Это, пожалуй, худшая вещь, которую я держал в руках. Достаточно просто потрясти его, и можно больше ничего не говорить. Однако, я скажу, вибрация ущербная, материал самый дешевый, эргономика такая, что после 2 часов игры твои руки скажут тебе «лучше бы подрочил», отвалятся и пойдут дрочить другому. Но самое главное — это подключение. Подключение никакое от слова совсем. Я даже говорить ничего не буду по этому поводу. Ну а теперь посмотрим на это дитя DNS. Звука от тряски почти нет, все кнопки более-менее не люфтят. Держать такое устройство намного приятнее из-за другой эргономики и резиновых вставок. Вибрация очень даже приятная, о чем я не раз говорил у себя на стримах. Подключение геймпада самое простое, какое только могло быть. Ты просто подключаешь к компу через USB и балдеешь. Ибо любая игра в Steam с первого раза распознает это устройство как геймпад от Xbox. Так что с этим проблем никаких нет. Также нам предлагают установить драйвера через срань господню, но они нафиг не нужны. Из минусов здесь только недолговечность. Да, хоть сборка достаточно хорошая, но есть один нюанс. Основание стиков со временем стирается, и кусочки остаются на самом геймпаде. Это сразу бросается в глаза, и происходит такое ощущение, будто он грязный. Ну и плюс, со временем эти стики могут стереться до такой степени, что отвалятся нахрен. Вот, собственно, и весь обзор. Кто смотрел до конца, тот молодец, а кто еще и лайк поставил, тот молодец вдвойне. До новых встреч!